Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я вам хочу рассказать про новый мужской аромат из каталога Oriflame номер 11. Аромат называется Мистер Джордани Аква. Выглядит вот так вот образом разворот каталога. Можно заказать аромат всего за 1199 рублей. Объем аромата 75 миллилитров. Аромат приходит запечатанный в пленочке. Вот так будет выглядеть коробка и сам аромат. По аромату что я хочу сказать: если вы любите морские ароматы, свежие, такие мужественные, то это тот самый аромат. Еще в аромате раскрываются у нас такие ноты, как полынь, такая травянистая горечь полыни, и свежий ветивер. Это классическая нота мужских ароматов. И этот аромат классно напомнит о море, о лете, о таком каком-то отдыхе. И аромат подойдет как молодому мужчине, так и взрослому. Мы вот на Мише я этот аромат дегустировала, мне очень понравился, он такой приятный, нежный, свежий. Классный аромат. Но это еще не все. Если вы приобретаете аромат Мистер Джордани Аква, то вы можете взять с огромной скидкой аромат женский Мисс Джордани Интенс. Этот аромат у нас уже как-то был в каталоге, тоже очень понравился. Я его, кстати, хотела как раз для себя и воспользовалась акцией, заказала аромат. Он такой аромат праздник, его наносишь, сразу настроение поднимается до небес. И я считаю, что это замечательная пара, они вместе здорово звучат. Поэтому если заказываете для любимого, закажите для себя любимый тоже такой аромат. Если это видео полезное, ставьте лайк. А если вы заказывали себе такие ароматы, напишите свой отзыв, понравился или нет, кому вы его рекомендовали. И по стойкости не сказала, аромат достаточно стойкий, то есть он держится на протяжении примерно 5-6 часов, очень ярко звучит, а потом остаются такие вот приятные нежные нотки. Теперь точно все. Всего доброго вам, пока-пока.